труппе Homo Artisticus на сегодняшний день более 40 человек разных возрастов и профессий. Программисты, юристы, журналисты, парикмахеры, педагоги. В репертуаре в основном классические произведения. Например, в этом году ставили «Пушкинскую метель». Зрителю как раз-таки не важно, кто перед ним на сцене. Любители это, профессионалы, студенты это или выпускники. Он либо видит театр, видит искусство, либо видит, ну, что-то другое, какую-то самодеятельность. Вот мы стараемся как раз идти по первому пути. И вне зависимости от того, как там называется наш коллектив, какой статус он имеет, главное это показывать настоящий театр. Дарья Сатаева – одна из актрис театральной мастерской. Несмотря на то, что в коллективе уже третий год, главных ролей немного. Но девушка не отчаивается и на золотую маску не рассчитывает. Говорит, Homo – это совсем другое. Именно здесь формируются очень теплые отношения между каждым человеком в этой маленькой, но уже большой студии. И открываешь каждый день для себя действительно что-то новое. Лучше начинаешь понимать вообще человеческую природу. И понимать, как вообще здорово ощущать себя на сцене в кругу людей, с которыми тебе комфортно находиться и дальше куда-то расти. В юбилейном театральном сезоне спектакль «Трудный экзамен» по современной пьесе Гульнары Искалиевой стал лауреатом всероссийского просветительского проекта «Знание театр» и вошел в десятку лучших спектаклей России. Но самой главной целью для любительской труппы было покорение профессиональной сцены театров края. Все театры уходят в отпуск, мы работаем денно и ночно. Мы сейчас готовим спектакль, тоже участие в конкурсе в городе Москва. 1 июня артисты закрывают сезон спектаклем «Циолковский» по пьесе Бориса Павловича. Это история человека, который, несмотря на многочисленные бытовые трудности, непризнание со стороны коллег, всю жизнь упорно шел к поставленной им большой цели. Как все 10 лет идет к большой сцене Homo Artisticus. Дарья Денисова, Владислав Ковалев. День с толком.